Он обнял свою подругу, шашкостную свою. И прости меня, родная, он себя не заберегу. Я умру, я знать не знаю, но на голову сложу. Да ты прости меня, родная, он себя не заберегу. Рассвет дорогу, да в чужую сторону. Бережет казак тревогу про любимую страну. И прости меня, родная, коль себя не заберегу. Я умру, я знать не знаю, мою голову сложу. Да ты прости меня, родная, коль себя не заберегу. Я умру, я знать не знаю, мою голову сложу. Не сидеть лихому дома, удалому как же быть? От Кубани до Дона вольной волечки побить. Эх, раздолье в чистом поле, а ветер колется да кудри бьет. В чистом поле мчатся кони, сердце радостно поет. Ты прости меня, родная, коль себя не заберегу. Я умру, я знать не знаю, мою голову сложу. Да ты прости меня, родная, коль себя не заберегу. Я умру, я знать не знаю, мою голову сложу. Да ты прости меня, родная, коль себя не заберегу. Я умру, я знать не знаю, мою голову сложу. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». И я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Мы продолжаем знакомство с ансамблем казачьей песни «Кунаки». Здравствуйте. У нас сегодня еще один человек появился в нашей передаче. Это казак Сергий Нескоромный. Вот, и так с ребятами мы уже познакомились. Вот, Сергий, расскажи немножко о себе и какое ты имеешь отношение вот с... к этим людям, и вообще вот казачество в Петербурге. Родился я и вырос на Донбассе, в городе Горловка. Рос на хуторе. Ну, хутор назывался Кирово, а раньше еще в древние времена поселение называлось хутор Железный. Железная балка, железная речка, железный ставок. Ну, в принципе, так вот. И там полностью впитывал на хуторе всю эту культуру. Потому что так как уже я туда ездил давно, с казаками местными был знаком, с кубанским казачьим хором. И вот мы начали развивать с ансамблем «Казачата», и песни давали, и с ансамблем «Захарченко» кубанским казачьим хором. Следующая песня какая у вас? Следующая песня называется «Плачет белая береза». Это вот как раз это патриотизм о том, что... Разлучила нас война. Разлучила нас война. Ну, спой, спойте. Закружила, разбросала, и судьба на всех одна. Время доброе венчало, разлучила нас война.
сердце стонет, сердце плачет, там обида, там вина. Все могло бы быть иначе, разлучила нас война. Все могло бы быть иначе, разлучила нас война. Но когда-то за победу выпьем горького вина. За любовь и за победу, чтоб быстрее пришла она. Разлучила нас не время, разлучила нас война. Спаси Господи за песню. Я вот слушаю уже вторую передачу, столько много интересной информации, песен, столько много вот говорится о казачестве. Честно признаться, я вот Сергея тоже поддерживаю, то, что очень, ну, я много видел Лубочного и осторожно относился, пока вот не столкнулся вот с Виктором Павловым и с тобой, Сергей, вот, и я уже как-то начал к этому делу, ну, отогреваться, потому что, и, ну, с другой стороны, действительно, надо учить, правильно же? И это целый пласт культуры. Хотелось бы, вот, и все к этому сводится к тому, что нужен здесь в Петербурге или у нас в стране большой такой культурно-духовный центр, где мог прийти мальчишка, там, юноша, да даже пожилой человек, где он мог окунуться в эту культуру, где-то запеть, где-то рукоделием заняться. Тут и конный клуб, только что вот, погрузиться в эту культуру. Почему бы нет? Конечно, это все очень серьезно, да? Но как-то прикоснуться хотя бы. Есть вот что-то сейчас, какие-то наметки? У нас есть сейчас не просто наметки. Мы организовали казачий культурный центр, также наше название «Кунаки». Угу. Вот, в Петербурге, да? В Петербурге, угу. Да. Уже официально он зарегистрирован. Единственное, как общественная организация? Что... В принципе, мы так и познакомились. Да, вот да. Так. Да, это именно... Знакомство на этой основе и получилось, потому что сказали, ну вот есть такие кунаки, послушал, само слово, да, кунаки, да. Это, сейчас это просто тема востребована, потому что именно в стране, вот, да. Говорили насчет мостов между народами, между религиями, в принципе у нас страна так и состоялась, шли казаки, куначились со всеми народами и наводили мосты, межнациональный, межконфессиональный. В принципе, Россия и состоялась. Поэтому мне сказали, что такие люди есть. Я говорю, так это находка. И вот, в принципе, так мы на фестивале выступали в Крестовоздвиженском соборе. Угу. Там Вероника Кривошеева, Сергеенко, да, она руководит у них ансамбль «Невская станица». Я ее знаю, дочка отца Владимира, да. Да, потрясающая женщина. Вообще, казачка вот именно по духу полностью, даже вот не оторви. И я говорю, Вероник, а давай-ка что-нибудь сделаем вместе, какой-то, может быть, фестиваль, концерт или что-то. Она говорит, с удовольствием, давай, с вами, говорит, всегда. Вы так это взбодрили нас, вот, у нее коллектив, они вот уже нас воспринимают. И вот как-то вот пошло наше сближение, у нас будет концерт совместный вместе с ней, с их коллективом. Прямо помимо этого, вот казачий центр, это же не просто так вот, да, помещение что-то. Сделать, Сергей Васильевич, по рукопашному, по всем традициям казачьим. Да мы по музыкальным. У нас с нами работает Людмила Ивановна Гордиенко. Ее муж Александр, он гончар. Это просто потрясающие вещи он делает. Он послушал наши песни и сказал, ребята, ну вы меня, говорит,
зацепили. И он за вечер создал два классических, Валера, как бы это назвать? Кувшины. Три кувшина, три кунака. Ага. И кружки написано как? Кунаки. Шесть кружечек. Кунаки. Даже по буквам все сделал. Понимаете? Центр. Мы всех приглашаем. Мы хотим, чтобы не просто были только одно казачество. Мы вот на другом фестивале мы познакомились с чувашами. Они говорят, ой, давайте дружить. Давайте. Они уже сами говорят, давайте к вам идти, давайте, давайте. Это же не просто так вот, а именно только направление казачества. Нет, здесь намного шире. Мне кажется, здесь есть жизнь. Жизнь есть, потому что есть традиция. Да. И это связано с историей, очень интересной. Это живое все. И я думаю, что этому будет как бы рост. И тем более, когда такие люди, как вы, вот, такие представители. Не просто там как-то выдумано, из пальца высосано, да. Активные. А? Активные. Активные, да. И профессионалы. Если Господь управит, потому что. Ну, управит, да. Всякое бывает, да. Иногда и палки в колеса вставляют. Вот на то они не кунаки. Да. Вы такое название выбрали, что. Тут уже не так. Это мосты. Мосты это да. Вы должны быть дипломатами, и миротворцами, и друзьями, и все вместе. Вот у нас и даже в нашем творчестве, да, вот песни такие, вот мы, вот я называл Тураверова, да, вот мы поем. Вот люди слушают с замиранием, вот, и они начинают по-другому думать. Это ж казаки не просто, да, как со свадьбы в Малиновке, а о чем поют? Потому что своего коня стрелял, а конь это же друг, самое, что близкое было у казака. Ой. Эта песня. Потом вот сейчас Александр Поляков, тоже из эмигрантов, но он казак, да, написал потрясающую песню, вот Валерий поет ее, исполняет, это называется «Души моей», да, Валер? Песня. А у вас в запасе есть, да, это уже песня, да? Да, да, да. Сегодня да, ее споете, да? Да. Ага. А может сейчас прям? Да. Давай. В душе моей невянущей ливаде я сохранил мои степные сны. Когда уйду, не подходи к ограде, меня не жди, я сжег свои челны. Когда уйду, не подходи к ограде, меня не жди, я сжег свои челны. Не ворочусь, как шум листвы опавший, как тихий свет затухнувшей зари, как ветра вздох над заснеженной башней. Ты про себя прощай проговори. Как ветра вздох над заснеженной пашней, ты про себя прощай проговори. Будь весела, тебе пусть счастье снится, не вспоминай ни жесты, ни слова. Сумей прожить, как в поднебесье птицы, как лес, как луг, как сочная трава. Сумей прожить, как в поднебесье птиц, как лес, как луг, как сочная трава. В душе моей невянущей ливаде я сохранил мои степные сны. Когда уйду, не подходи к ограде, меня не жди, я сжег свои челны. Когда уйду, не подходи к ограде, меня не жди, я сжег свои челны. Ну, потрясающая песня. Конечно, спасибо большое. Вообще, спасибо, конечно, что вы пришли. Для меня это просто открытие сегодняшней передачи. Я думаю, что для телезрителей вот через творчество, через культуру казачью прикоснуться вообще к нашей вот, ну, русской православной традиции. Все это настолько связано, переплетено и в истории, и в музыке, и в культуре.
Ну вот у нас наши песни, вот да, казачьи, да, вот Валера спел, мы поем как-то более современным. А если копнуть глубже, то у нас есть человек, который именно поет так, как раньше пели. Это Сергей Васильевич наш. Да? Он сидит, но скромничает, правда. Он вообще-то обещал... Обещал. Спеть песню, продемонстрировать, можно сказать. Да. Мы ему обещали, что милиция сюда не прибежит. Понятно. Ну и, наверное, надо спеть... В соответствии со временем, потому что вот что оставалось детвора при всех там, как говорится, социализмах, коммунизмах, а как ходили по хутору колядовать, так и колядовали. И, до сих пор, да? Да, и сейчас тоже по городу ходят. Да. Но, правда, не всегда получается. Там, Сергей Васильевич тоже вот ходит в колядовать. Да, домофоны подъезды, всякие. Домофоны. Да, сейчас сложно, да. Ну, между собой общаются. Ну, если, колядки. Ну, я... Можно, да? Конечно, можно. Колядка, да? Да. Рождественская? Рождественская, ага. Да. Зиронька в небе, ясно палає, и ангелы до нас глашают. И ангелы до нас глашают. Добрый вечер, святый вечер, Господь у нас, Христос серед нас, Господь у нас, Христос серед нас. Аллилуйя, 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 аллилуйя. По гласу пішли сірі чабани, отак скоро бачать Бога, отак скоро бачать Бога. Алілуя, 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 аллилуйя. Святе малятко у яслях лежить, матенько бозеньки поруч сидить, матенько бозеньки поруч сидить. Добрий вечір, святий вечір, Господь у нас, Христос серед нас, Господь у нас, Христос серед нас. Алілуя, алілуя, аллилуйя, аллилуйя. Я дальше не буду, потому что она до бесконечности длинная, но логика в ней есть. Конечно, последний конечно. Куплет был: «Тиха радість, велике щастя, Христос народився, спасіння прийшло». Это последний куплет. Ну. Браво. Актуально. Она не попрошайническая, простите. Никто шоколадки, конфетки не просит. Да. А идет утверждающая. Ну, давали. Ну, это уже другой момент. Попробуй не дай. Вот она, живая традиция. Вот она, связь времен. Вот она, мосты. Вот они, кунаки. Вот жирная точка, можно сказать, в конце нашей передачи.
хотелось бы тоже как-то, вот, может быть, ну, мое творчество, но не знаю, как оно, ну, может быть, тоже пригласите меня как-нибудь в ваш центр. Обязательно. Вот, потому что всякое дыхание дохвалит Господа. Вот, надо будет мне тоже попробовать после этого передачи где-нибудь закрыться, чтобы никто меня не слышал. И милиция не пришла. Да. Подальше от соседей и попробовать попить. Вот что вот я понял, что надо в жизни все делать в полный, вот, да? Полный рост, полный голос. А мы вот все скукожены. Я думаю, что вот эта традиция... Зажатость. Да, зажатость. На гитаре все равно зажатость. А здесь вот, а ну, на воле попеть. Тут мне еще не как-то... Да. Это же акустика, да. А это же командный голос тоже вырабатывается пением. Потому что оно свистом и пением передавали команды. Ну, голосом, имеется. Да, ну, да, барабанами. Конечно, это все на улице совсем по-другому. И голос должен быть другой. Ну, вот поэтому у нас такое пение. Мы такие комнатные, такие сидим без кислорода, в пыли, в строительной, в бетоне, в клетках бетонных. Хочется все это, конечно, вернуться к этому, как к первоистокам. Дай Бог вам творческих всех успехов. Сергей, тебе тоже. Пожалуйста. Передавай традиции, учи. Вот, и это все дело очень нужное. Будем сотрудничать. И я думаю, что телеканал «Союз» с удовольствием будет подключаться к этому делу. Такой телеканал «Союз» у нас как тоже живое окно в мир православный. Тоже своеобразный мост. Когда-нибудь споем полностью песню. Да. А то в рамках этой передачи не особо получается. Да, ну, может, это надо отдельную передачу уже делать. Ну да, сейчас пока ознакомление. Да. Ну, все равно. Слава Богу за все. Божьей вам помощи, да, ангел-хранителя. Дорогие мои, с вами был ансамбль «Казачьи песни Кунаки» и их друг и соратник Сергей Нескоромный. Боже всем помощи, ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо. До свидания. Господина.